Всем привет в первый день февраля. Пора поговорить о погоде на выходных. В субботу в Воронеже ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Днем минус 4, ночью минус 9 градусов. В воскресенье 3 февраля в Воронеже ожидается снегопад. Однако тепло сохранится. Днем минус 2, ночью минус 4 градуса. Такую погоду можно без сомнения назвать сказочной, так что смело выбирайтесь на улицу и наслаждайтесь последним месяцем зимы.